Здравствуйте, друзья и гости нашего канала. Решили приобрести участок в маленькой деревушечке на несколько домов. Она очень небольшая. Ну, тут очень много, конечно, работы. Дом был сгоревший и очень долго стоял заброшенный. Мы поубрали. Вот там кучи, тут кучи. Простите за качество съемки. Тут, видимо, гараж был, под погреб какой-то. Вот муж спилил уже. Ох, ворота тут были очень тяжелые. Раньше лиственничные делали. Вот такая тут трава. В основном крапива по пояс. Вот. Решили уехать с города, населенного пункта мы в деревню переехать жить. Ну, не очень далеко от города, конечно, 7 километров всего. Ну, ничего, на работу будем ездить. Вот такая тут крапива, стоит туалет и парник какой-то. Ну, стоит уже, конечно, 100 лет. Вот там следом еще один участок на 20 соток. Вот мы взяли вот такой большой участок. Вот мы маленько покосили триммером. Но я покосила очень тяжело. Рука, конечно, у меня не в восторге. Очень тяжело. Большая трава. Вот такой участок. Большой. Красота. Ну, хотим строиться. Не знаю, как с нашими нынешними ценами мы это осилим. Но будем стараться с мужем. Планы у нас есть. На это вечером хотим, муж придет с работы, поднять забор, он упал. Ребятишки у меня убирают кучу хлама, еще в другую сторону перекидывают. Муж приедет, будет перепиливать. Вот так вечерами приезжаем и потихоньку работаем. Ну, я думаю, что мы сможем. Конечно, в этот год у нас получится только, наверное, поставить. Только забор можно поставить, наверное. И вспахать хотим. На неделе приедут пахать, спашут. И в конце недели еще. Ой, в конце недели, в конце года. Получается осенью. Поздней осенью спашут второй раз, чтобы маленько перегнила трава. Тут у нас за огородом получается дорога. Вот мои ребятишечки, средний и младший. Поздоровайтесь. Николай. Коль, тебе тяжело, наверное, будет. Ты сильный мальчик у меня, молодец. Славушка у меня младший сын. Коля средний. Старший у нас остался в армии. По контракту служит. Приезжал в отпуск на месяц. Дома был. Ну, сейчас опять по работе уехал. Ну, вот так вот. Как-то вот так. Подписывайтесь на наш канал. Будем вылаживать все, что мы тут делаем. И будем показывать, как мы продвигаемся дальше. Но не знаю, как будет это часто. Я сейчас с отпуска выхожу на работу. И все. Будет у нас, ну, что-нибудь будет, как-нибудь будем двигаться потихонечку. Москва не сразу строилась, и мы, я думаю, что сразу не построимся так за быстренько. Ну, все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Дети, машем пока. Всем пока. Слава, всем пока, до свидания.